В этой короткой памятке содержатся меры безопасности на водных объектах в летний период. И пусть сезон уже заканчивается, эти правила важно знать каждому, чтобы обезопасить свой отдых. Будем раздавать памятки отдыхающим, потому что здесь периодически, регулярно отдыхают люди на воде. Здесь, конечно же, купаться запрещено, но они купаются. Мы понимаем, люди могут быть и в нетрезвом виде, и на лодках плавать. Это, конечно же, опасно, нужно их об этом информировать. Сотрудники ГИМС, ВОСВОДА и МЧС России совершили объезд по реке, и буквально сразу был замечен первый отдыхающий на моторной лодке. Дмитрий Муров водит катер уже давно и о правилах поведения на воде никогда не забывает. Безопасность на воде и вести здоровый образ жизни. Безопасность на воде превыше всего, однако люди об этом часто забывают. Жилет спасает жизни многих отдыхающих, и сотрудники ГИМС решили напомнить им о главном – о безопасности. Обязательно судно должно быть или лодка укомплектована всякими спасательными средствами, жилеты. Люди обязательно должны находиться в жилетах. По статистике, за этот год в водоемах района не утонул ни один человек. Во многом благодаря тому, что профилактические беседы с отдыхающими регулярно проводятся в учреждениях муниципалитета. Сотрудники ВОСВОДА совместно с МЧСом, с ГУЧСом Ленинского района проводят обучающие семинары в школах. Также работа ведется в зимний период с рыбаками, с подледными, кто выходит на лед, люди с отдыхающими. Выбираясь на рыбалку, дело не обходится без костров. Свежевыловленная рыба сразу идет на наваристую уху. Или же любители искупаться разводят огонь, чтобы согреться. В профилактической работе с отдыхающими принимал участие инспектор надзорной деятельности в области пожарной безопасности МЧС России Иван Рыбенков, который напомнил правила обращения с огнем на природе. Помимо этого, он рассказал о том, что в следующем году здесь появится необходимое для сотрудников МЧС сооружение. Конкретно на данном месте в следующем году силами администрации Ленинского района будет организован пожарный пирс для обеспечения пожарных подразделений в целях тушения пожара. К поездкам на моторных лодках и купанию всегда нужно подходить ответственно. Порой даже те, кто умеет плавать, может пострадать из-за собственной беспечности и незнания правил безопасности. Такие рейды позволяют отдыхающим еще раз вспомнить об осторожности на водоемах. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.